первенство города-курорта по пляжному волейболу и футболу, посвященное Дню физкультурника, организаторы сделали открытым в полном смысле этого слова. Во-первых, неограниченным возрастом участников. Во-вторых, географией команд участниц. Заявки подали спортсмены даже с Урала. Ранним утром на специальной спортплощадке в устье Анапки за победу боролись футбольные клубы Анапы и Крымска, пляжники и Витязь. Победители турнира – наши соседи-крымчане. У наших команд пляжники и Анапа, соответственно, второе и третье места. Среди волейбольных команд, желающих побороться за кубки, нашлось немало – 16 команд. Я очень рада, что вы ведете активный образ жизни. И мы его будем поддерживать всегда. Приходите, играйте, соревнуйтесь. Судейство обеспечивали тренеры Наталья Чирикова и Алексей Булгаков, а награждение – представитель молодых депутатов Анапы Светлана Хижняк. Девочки-анапчанки лишь на 5-м месте. Кубок победителей увезут волейболистки Перми. Зато юноши и мужчины-анапчане заняли весь пьедестал почета. Первое место у Андрея Гладкова и Дмитрия Радайкина из спортклуба «Наследники Жукова». Второе место у ветеранов волейбола Сергея Тарасенко и Виктора Куликова. А на третьем – воспитанники спортивной школы номер 10. Александр Магась и Александр Одинцов.